Все, теперь нормально. Сейчас будет ездить мотор, я не знаю, как можно его снимать. Там есть кто-нибудь? Затем мы делаем упражнение левая нога в сторону и переходы с ноги на ногу. Вот таким образом спина ровная должна быть. Ноги, соответственно, нога не должна отрывать пятку.
Ну и переходим к основной части. Основная часть заключается в том, чтобы развивать как можно больше мышц. Мозговая тренировка задействует все группы мышц. Начинаем с приседаний. Запрыгнули на тумбу, затем у нас идет планка. Таким образом идет планка. Для начала планка. Таким образом мы встаем, руки за голову, тело ровное, корпус ровный, не до конца, самое главное, не до конца, то есть как вниз, и не до конца наверх, то есть у нас вырабатываются мышцы, мышцы спины, и вот таким образом мы встаем.
В общем-то, вся тренировка. Есть какие-нибудь вопросы там? Нету? Всего 4 человека. Обалдеть. В принципе, рассказать-то больше особо нечего. Можете прийти, либо позвонить мне, либо позвонить в школу и записать своего ребенка на секцию велоспорта.